Eylül. 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 Егэс, Егэс, откуда ты взялся в такое время? Эйлюль, у меня к тебе есть сюрприз. Это, да, это билеты на концерт, на который ты очень хотела пойти. Но у меня есть друг, он предоставил мне билеты. Я их принес тебе. Возьми. Возьми же. Не могу я взять. Босс доверил мне уборку. Но моя коллега заболела, поэтому, как ты понимаешь, я весь день буду здесь, в кафе. Даже если я захочу, я не смогу пойти на концерт. Ну, а после уборки не можешь? Уборка через 2-3 часа закончится, а концерт минут через 30 начнется. Ну ладно, вдвоем быстрее управимся. Ну, максимум придется с середины слушать, я думаю. Не неси чушь, Ега, сдай мне. Да ладно, Эйлюль. Ну чего ты стоишь? Ты тоже работай. Ладно. Желаю удачи на работе, кузина. Добро пожаловать. Озан знает способ, как попасть на концерт. И что он собирается сделать? На входе мотоцикл подорвать? Этот концерт связан с нашим университетом, поэтому билеты и персоналу дают. Учитель Тарек наверняка не может, поэтому два билета с меня. У нас тоже есть два билета. Да, Слым. Ягыз. Он такой же бюджетик, как и ты. Из Аданы. Ягыз, это Слым. Моя кузина, мое все. Я рассказывал о ней. Но это Озан. Его семья правит этим универом, можно сказать. Когда ему скучно, он может подорвать мотоцикл, попасть в аварию, устроить какой-нибудь скандал, например. Типичные развлечения богатеньких, как говорится. Ты говорил, что твоя кузина очень веселая. Это еще мягко сказано. Ладно, ладно. Мне кажется, нужно быстрее собраться и отправиться, иначе опоздаем. Но мы не можем пойти. Босс сказал, что я должна здесь все прибрать. Ну а Ягыс мне помогает. Если хотите, вы идите. А мы как закончим, где-нибудь на середине концерта появимся. А, Ягыс тебе помогает? Послушайте, если еще два человека помогут нам, мы быстрее закончим. Ну то есть, если вам не сложно. Вместе вы в силу, не так ли? Знаете, а я не против. Дайте мне подручные вещи, начнем и поскорее закончим. Ну хорошо, пойдем. Что у тебя с лицом? Ты подрался? Авария. На мотоцикле в аварию попал. Выздоравливай. Спасибо. Ну а мне что делать? Тебе? Ты можешь стулья поднять на стол.